Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Шампанов и со мной вместе Ваня Холдик. Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем приветики! Это наш проект «Путь без побед». Это у тебя путь, у меня кубки без побед. Короче, ребята, мы уже успели накосячить, это новые аккаунты, мы те запороли. Сколько у нас кубков было, что мы взяли топ-1? 380, что ли, что-то типа того, и, прикиньте, слили, ну, точнее... Ну как слили, мы взяли топ-1, ну, по привычке, знаете, инстинкт побеждать всегда, да, инстинкт побеждать. Короче, ребят, реально, вот смотрите, у нас сейчас 476 кубков и 0 побед. Блин, как же трудно продержаться до финала, реально, чтобы все кубки апнуть и случайно не взять топ-1. Это, наверное, один из самых сложнейших проектов, и очень именно вот тонко-тонко надо ко всему подходить, опасаться брать первые места, и это просто жесть. А мы хотим апнуть 10 тысяч кубков, а может быть и 14 с половиной тысячи кубков. Фух, я надеюсь, у нас хватит нерв на этот проект. Короче, нам сейчас надо пару каточек, чтобы апнуть 500. Это будет первое сейчас 500 кубков. И, в принципе, уже первый персонаж будет готов. Да? Да, то есть мы должны сегодня сделать 500 кубков на каждом аккаунте без побед. Ну что ж, так, мне кидает кто-то приглашение. Кто бы это мог быть? Ребята, смотрите еще в чем прикол. У нас чуть-чуть сундуки подкопились, у нас там в магазине кое-что интересное, и у нас мало персонажей, чтобы апать следующее. Давайте сделаем так, вы сейчас поставите лайк на видос, подпишитесь, а следующий ролик будет открытие на этих аккаунтах, первое открытие. Я вас уверяю, оно вас шокирует, потому что будет интересное открытие. Да? Да, мы с Ваней готовы донатить бесконечно много на этот проект и открывать кучу сундуков и выбивать легендарки и все прочее. Вы так однозначно офигеете, да. А что самое интересное, у нас будет, знаете, типа каждый раз батл по открытию сундуков. Мы будем все время открывать их вместе, одинаковое количество, да, и смотреть, кому что выпадет. Ну что ж, погнали. Поехали. Апать кубасики. Да. А, кстати, сейчас очень сложно в парном столкновении. У нас там бегает робот. А мы поэтому... первый уровень. Давай я прокачаюсь? Или потом, на следующую катку? Ну, как хочешь. Давай на следующую. Да, ребят, еще прикол в том, что у нас реально все одинаково фармится. Прям одинаковые сундуки, одинаковый путь к славе. И все эти сундуки будут открываться одновременно на видос. То есть мы в порознь не играем. Это реально интересно, кому что выпадет. Да, то есть это проект, где мы всегда на одних и тех же кубках. Что я, что Ваня. Играем только друг с другом. То есть если вот. Я задоначу 2000 гемов, придется и Паше донатить. Он только понял сейчас. Да. То есть у нас все должно быть одинаково. Так, ну окей. Робот. Зачем ты его сагрил? У нас банок нет. Иди умри. А, фух. Все, он отвлекся. Сейчас мы этого прима. У меня лаги. У тебя лаги. Пам! Да. Умри. Так. Окей. Да не ты умри. А я умирать пошел. Вот это напарник. Да. Забрал эту розу. Все, забрал ее на себя. Тихо, иди гуляй. Все, 6 банок. Команды. Все пучком. Опять робот близко достаточно. Опять у меня небольшие лаги. Давай я тебя прикрою. Так, все, робот отвлекся там, сейчас уйдет на этих ребят. 6 банок. Мы, кстати, случайно можем убить сразу 2 команды, поэтому нужно размечтался. Случайно. Не, 6 банок это жестко. Ну так ты первый уровень. А, ну да, мы же первый уровень. Так, не такой уж ты и жесткий. Ну да. Смотри, мы жесткие. Так. Да, тут чуваки, наверное, с пассивками с 10. Да, жесть, реально. Опа. Блин, робот. Да офигеть, а куда? Давай как-то. Да, яд. Так, все, отвлекли робота. Так, все, осталась одна команда, и нам надо умирать. Нам нужно просто как бы не умереть, и все, подождать, пока другая команда умрет. Хорошо. Опа, все, пойду их убить. Их робот может убить! Да, их робот может убить. Умирай быстрее! Да. Здесь очень опасная такая фигня, что из вражеской команды может остаться в живых только один человек, и его... может добить робот. Это очень опасно, не слить. Именно в этом режиме. Именно в этом режиме это опасно. Реально, я и забыл. Да. Слушай, надо на себя робота всегда забирать.
Слушай, ну, нам надо тоже как-то второе место брать. Ну, смотри, да, ну вот, вот наша ошибка только что была. Надо идти было не в дым, а на робота. Ну, мало ли, так бы спасли быстрее бы их. Не, ну, тогда было 4 команды. То есть, как бы, если мы пойдем на робота... Не, сейчас, говорю, сейчас. А, вот сейчас. Мы в дым ушли, мы долго умирали в дыму. Погнали. Допустим, если бы там сейчас был какой-то челик, у которого... Не знаю, одна банка, и его бы робот убил. Мы бы дольше умирали в дыму. А так бы, может, робота на себя забрали. Фух. Ну, может, да. Ну, короче, погнали, ладно. Погнали. Так, нам нужно еще 3, наверное, катки, да, затащить? Ну, где-то 2-3, да. И первые 500 кубков готовы. Короче, давайте, ребят, как больше можно лайков, чтобы мы чаще записывали и апали. Я думаю, мы сможем. Хотя не знаю, уже два аккаунта запороли. Очень сложно. Мы уже два аккаунта запороли. То есть, казалось бы, что там такого, да? Не апать топ-1. Ну, блин, вечно забываешь. Прикрою. А, меня сейчас убьют, меня окружают. Все нормально, живем. Живи. Робот, все, он не на нас. Так, у меня что-то немножко подлагивает инет, и почему-то тебя немножко с лагами слышно. Так. Угу. Так. Четыре команды осталось. Да. Все, мы их напугали. Дрожат, бегут. Знали бы они, что мы первых уровней. Уйди от меня. Да ты ж ко мне его привел сейчас. Он сейчас ультанет и нас двоих кокнет. Стой здесь, а я уйду, да. Не беги за мной. Давай, бегай. Все, я отвлекаю. Я на себя беру удар. Я на себя беру удар и убегай. Я специально убегаю, чтобы ты выжил. Да это же делаю. Я этими занимаюсь. 11 банок, он за мной бежит. Блин, ну вот он гад. Да. У него может быть сейчас из одного удара ульта накопится, потому что он меня же убил. Так, ну нормально. Опа, капец, там банок. Иди на себя их забери. Я пошел, да, отвлекать их. Или ты убегай, я не знаю, что делать. Смотри, там к тебе пошел бул, я умер. Куда деться? Живи. Убегаю. Капец, еще и робот. Что происходит? Живи как можешь, у тебя 4 секунды выжить. 3. Живу. 1 секундочка, давай, выживай. Тихо, стоим. Надо... Остаемся здесь. Все, надо убегать так, чтобы они между собой. Да они... блин! А-а-а! Смотри, я живу еще. Команды. Нам нужно, чтобы хоть одна команда убила другую. Блин. Нам тупо не фартануло, но это 0 кубков. Это 0 кубков. Ну да, это 0 кубков, но представляете, то есть, если мы берем. Другие места, не вторые, то у нас как бы это либо нам в минус, либо ноль, либо у нас проект слетел. Нам тупо надо всегда брать топ-2 практически. Давай, нажимай, готово. Да, только топ-2 нужно и все. То есть, как бы, сложность в том, что сначала надо апнуть эти топ-2, а потом еще удержать. То есть, тут две сложности, два момента. Да. Капец, проект придумали сложный. Я думаю, когда-нибудь мы его провалим. На каких-то кубках неизвестно. Это ж насколько у нас нету личной жизни, чтобы придумать такой. Да. Скучно живется. Ну ладно. Так, оп. Живи. Все, есть. Я тут на себя взял команду. Молодец. Давай их убьем, значит. Давай. Я не против. Так. Так, одного уже убил. Сейчас второго тогда я попробую. Понял. Чё, так. Ты не добил, что ли? Да куда она убегает? Так. Ну я сейчас придумал, что я сделаю. Там еще две команды, а ты чё на них попал? А я их убил. Давай, да? Мы можем... Как да? Ты так сделал? Так я же жели. Уоу! Блин, тихо. Кольт ожил. Умер. Главное, чтобы робот на меня не сагрился. Все, робот сагрился на Леона, у которого 6 банок. Это не знаю, хорошо или плохо, но... Оу! Что-то не сказал, что там шипастая сидит. Так. Да вот я только чекать кусты начал. Вот здесь Дэрил сидит с ультой в кустах. Можем где, внизу? Да, вот. А. Не знаю, кто-то еще тут может. Ну, у нас 8 банок, мы их вынесем. Там спайки. Ну да, 8 банок, да, мы должны здесь занять топ-2. Непривычно говорить, что мы должны занять топ-2. Да, как-то вроде и победа вроде... Да. Не идеально. Так, о. Это хорошо. Есть, я Леона убил 11 баночного. Робот добьет. Робот сейчас там целую команду вынесет, походу. Так, Ляша. Все, давай от робота умираем. Умираем. Давай.
Фу, робот, и меня убей, пожалуйста, и меня тоже бей. И меня бей, пожалуйста. Вот это прикинь, что у них в голове в этот момент. Робот, убей меня, робот, убей. Прикольно было, если бы еще голосовые были в игре. Робот, убей меня. Ну что, ребят, последние 10 кубков осталось, поехали. Это нужно две не победы, а две топ-2 взять. А, да, нам же, ё-моё, я думаю, сколько нам за первое место дадут? За первое место. За первое место минус проект. Жесть, да. Так, окей, забираю эту банку. А, так, окей. Так. Вот, и опять же, это же первая сила, тут не так уж и просто. Вначале было более-менее просто все апать, а вот да, сейчас... Да. На 500 уже сложнее. Не, ну в будущем мы будем прокачивать свои аккаунты. Да по-любому открытия же будут. Да, да, да. То есть у нас уже будут там и пассивки появляться, и десятые силы, и прочее. Нам будет немножко попроще. И как бы мы прокачаем эти аккаунты, и в конце проекта мы их разыграем среди вас. Да, мы подарим, поэтому просто подпишитесь, да, и все, если хотите наши проекты получить. Да, то есть если хотите получить, да, этот аккаунт, просто будьте подписаны на наши каналы. Итак, робот погнался. Давай Эль Приму, что ли, возьмем? Да-да, тут еще команда внизу. Я сейчас, они не знают, что я здесь, поэтому сейчас я внезапно выскочу. Оп-оп. Живи. Блин, две ульты всадил. Так, нормально, 4 команды, у нас 4 банки. Это, знаешь что, ничего. Ну, вообще, с нашей первой силой нам желательно банок побольше. Ух, там 10 банок. О, кстати, да, если они сейчас убьют эту Тиму, которая вверху, то все, мы топ-2. Давай зажимать их. Так, зажимаем. Давай. Ой-ой-ой, что-то сильно. О, его сейчас Сэнди подожмем. Все, изи. Все, умираем. А, умираем. Ты им ничего и не сделаешь. Тут даже не надо пытаться умереть. Все, отлично. Осталась последняя карточка. 3 кубка, пацаны. Класс. Просто я в каждом бою напоминаю, что надо умирать на всякий случай. Ну, мало ли, вдруг кто-то забудется. Так, а что у нас? Все, пошли, последняя катка. И первые 500 кубков без побед. Еще раз показываем то, что 0 побед во всех режимах. Да. 400 кубков. Погнали. Погнали. Надеюсь, то, что мы сейчас прям все затащим. Топ-1 возьмем. Нет. Надеюсь, что не возьмем топ-1. Ой, забудем чувство когда-то. Так. Да, так потом привыкнем, прикинь, потом будем во всех проектах, везде. Топ-1, о, пошли умирать. Ой, да-да-да, в топ-2, все, пойду в дым. Да-да-да-да-да. Типа там апаешь кого-то на косарь. Топ-2. Так. Да. Так, ну что, у нас 2 баночки. Блин, 3 кубка нам надо. А это как-никак все равно топ-2, капец. Вот да, жаль, что за третье место вообще кубков не дают. Так, сейчас тут робот появится. Валим. Убегаем. Хотя робот за нас немножко играет. У нас первая сила, а робот хоть помогает. Ну да. Так, 4 команды еще. Пум-пум-пум, у нас банок нет, это плохо. Да, что-то как-то банки в самом начале все исчезли. Я что-то бегал, ни одной банки не нашел. Все как-то напали на них? Или, может быть, в этом режиме мало банок? Да-да, блин, вот, видишь, 6 у Карла. Да, вот Карл, наверное, все банки и набрал. Просто где-то, наверное, все ящики в одном месте находились. Ты его почти убил, он сейчас ультанет. Угу. Давай, ультуй. Он тебя не слышит. Не слышит? Ой, там робот, хоть бы не на нас. Походу, на нас. Блин, я не знаю, что делать. Либо давай убьем его, либо я уведу его от тебя, не знаю. Ну, не знаю. Ладно, да. Все, сейчас нас убьют. Уводи его. Ну, пробуй, давай, домаш его, может, все-таки давай, добьем. Давай. Да, добьем его, добьем. Давай, окей. Главное, чтобы нам никто не влез, потому что все переигрывать не хочется. Да. У нас, кстати, топ-3. Топ-3. Одной команды не хватает. О, давай. О! Все, умираем. А ну, пойду-ка я их убью. Yes, друзья, мы это сделали. Да, 500 кубасов на аккаунте кубки без побед. Офигенно, первый 20-й ранг. Как же так круто. Да, первый 20-й ранг. Первые, не первые. За 500 кубков 300 звездных очков, 600 звездных очков.
Показываю еще раз. 504 трофея, 0 кубков везде. Это прям нереально круто смотрится. А представляете, как это будет круто смотреться, когда будет написано максимум трофеев 10, например, тысяч, а побед 0 везде. Да. Это просто, наверное, мне кажется, мировой рекорд будет. В следующем выпуске, если вы наберете... Сколько надо лайков набрать? Допустим, на моем ролике, если наберете 20 тысяч лайков, в следующем выпуске мы с Ваней нереально много задонатим, наоткрываем кучу всяких сундуков и посмотрим, что из этого выйдет. Короче, сделаем батл. Да, смотрите, ребят, прикол в том, что у нас два бойца. Сейчас у тебя два бойца или три? Не, у меня Нита, ну как же. А, два. Три бойца, да? Да, конечно. Три бойца. Смотрите, мы еще сундуки не открывали толком. То есть все новые бойцы выпадут в следующем выпуске. Мы откроем дорогу к славе. Мы откроем сундуки вот эти 7 штук. Потом еще в магазине там будет куча всего интересного. То есть вам реально должно понравиться. Обязательно, давайте, набираем. У меня там 50 тысяч, у Паши сколько? 10, 5? 20 тысяч лайков давайте. И мы делаем открытие. Тем самым мы еще забатлим. Интересно, кому что выпадет. Сразу же, следующим видосом. Поэтому подписывайтесь и лайкосы завозите. Конечно. Всем лайкосы к каждому ролику. Ссылку, кстати, на ролик Вани будет в описании. На ролик Паши тоже. Все, ребят, счастливо, до новых встреч. Увидимся скоро в новом выпуске. Всем счастливо пока. Оставаться. Пока.